В Шадринске подвели итоги работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019 году и поставили задачи на следующий год. В мероприятии приняли участие представители силовых структур, руководители предприятий и учреждений, а также сотрудники, уполномоченные решать задачи в области гражданской обороны. Участники обсудили в том числе жилищно-коммунальный комплекс, пожарную, транспортную и дорожную безопасности. Как сообщил в своем докладе начальник управления ГУВЧС Александр Фадеев, в текущем году МЧС России был объявлен годом предупреждения чрезвычайных ситуаций. План основных мероприятий в Шадринске выполнен в полном объеме. Чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера на территории города не произошло. В текущем году для снижения потенциальных опасностей на коммунальных системах жизнеобеспечения выполнены работы. На ремонт и замену оборудования на системах водоснабжения и водоотведения затрачено более 2 миллионов рублей. Заменено 1100 метров водопровода. Проведен капитальный ремонт водопроводных колодцев, водозаборных колонок, пожарных гидрантов. Продолжено строительство очистных сооружений. Строительная готовность объекта составляет 85%. Отремонтировано и заменено более 3 километров труб теплотрасс. Построено более 2000 километров новых газопроводов. Произведен ремонт и замена оборудования на сетях газопотребления и газораспределения. Проложено более 1,5 километров линий электросетей, отремонтировано 10 силовых трансформаторов. Вся проделанная работа повышает устойчивость систем жизнеобеспечения. Руководители организации обеспечили эффективное функционирование подчиненных сил и средств. Авария, происшествия на объектах жилищно-коммунального комплекса устранялись в короткие сроки. В текущем году было уделено большое внимание многодетным, малообеспеченным семьям и семьям, находящимся в социально опасном положении. Для безопасности и сохранения жизни, особенно детей, в домах жителей установлено 400 автономных пожарных извещателей. Проведено свыше 1500 межведомственных рейдов, во время которых людям разъясняли правила пожарной безопасности, консультировали и выдавали памятки. Администрация города Шадринска продолжает мероприятия по совершенствованию единой дежурной диспетчерской службы города. Действует единый номер вызова экстренных служб 112. Система 112 обеспечивает прием экстренных вызовов от населения и их передачу на обслуживание дежурно-диспетчерские службы организации. В 2019 году поступило 19614 вызовов. Из них вызовы экстренных служб 4609. Что касается дорожно-транспортных происшествий, то они уменьшились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число пострадавших в них также снизилось, погибших в 2 раза, травмированных на 4%. В этом году в городе чрезвычайных ситуаций природного характера не произошло. Весеннее половодье не доставило проблем горожанам и коммунальным службам. Крупных лесных возгораний также удалось избежать. Но рекомендовано усилить работу по обеспечению безопасности людей на водных объектах. В текущем году на территории города утонуло 2 человека. Основная причина гибели – употребление спиртных напитков. В завершении учебно-методического сбора состоялась церемония награждения почетными грамотами и благодарственными письмами администрации руководителей, чьи организации и коллективы отличились в области гражданской обороны.